когда сажать цинии на рассаду? Рассада начинается с семян, а крепкая рассада с правильно обработанных семян. Выбирайте цинии в магазине, несите домой и готовьте ваши контейнеры. Подбираем сроки, когда сажать цинию на рассаду – с 1 по 10 апреля. Пикировка – через 7 дней после появления всходов. Как посадить? Использовать квадратные или прямоугольные контейнеры с дренажным дном, заправив почвенной смесью. Подготовка семян цинии. Обработка в 1% растворе марганцовки. А после промачивания под проточной водой переместить в раствор эпина. Материал крупный, не растеряйте, можно и без марли. Земля для рассады цинии. 2 части дерна, 1 часть песка. Обработка. Пропарить и остудить. Схема посадки на 1 см вглубь, на расстоянии 2 см друг от друга и до следующего ряда. Проращивание рассады цинии. Первый критерий, стимулирующий выгонку семян цинии, это температура. Создать теплую атмосферу по силам каждому цветоводу. Позаботьтесь, чтобы место размещения было защищено от сквозняков. К примеру, если зона выращивания на подоконнике, то только на утепленном. Температура для рассады цинии 20 градусов тепла. Освещение. Рассеянное, постоянное, то есть без перебоев, притенение, укрытие части рассады, изменяя интенсивность или продолжительность подсветки. Можно положиться как и на солнечный свет, так и на лампы. Увлажнение воздуха несущественно. Главное, чтобы не прыгало из крайности в крайность. Полив почвенной смеси регулярный, умеренный. Земля слегка влажная, постоянно, за пару дней до очередного увлажнения, чтобы подсушилась в верхнем слое. Для увлажнения использовать только отстойную воду комнатной температуры. Подкормка саженцев цинии с момента формирования нескольких пар листьев. Планируя пересадку на участок, позаботьтесь об удобрениях после перемещения. Внести первую пару через 14 дней после пересадки. Подкормки для рассады цинии. 1 столовая ложка суперфосфата, 1 чайная ложка сульфата калия и 1 столовая ложка мочевины. Как подготовить рассаду цинии к пересадке? За 2 дня сократить полив, температуру и освещение не менять. Проверять почву на участке. Если позаботились об обработке, внести необходимые ингредиенты и сформировать лунки, тогда можно смело пикировать рассаду. Пересадка цинии в пасмурную погоду, в утреннее или вечернее время. Нюансы посадки цинии. Цветок теплолюбивый и на мерзлой земле не приживается. Саженцы погибнут, если ударят заморозки, поэтому высадка раньше срока в регионе с поздней весной – не лучший вариант. Как только воздух и почвенная смесь прогреются, вот тогда заделывать в подготовленную смесь или пикировать уже подросшую дома рассаду. Профилактика от паразитов. Обработка раствором актелика по 10 грамм на 1 литр воды. Цинния на участке страдает от улиток и слизней. Позаботьтесь об обработке от них. Дезинфекция земли от спор грибков. Фундазол, фитоспорин, максим помогут с профилактикой от фузариоза, мучнистой росы, серой гнили и пятнистости, бактериальной. Повторная обработка для закрепления результатов только топсином М. Пишите, как и когда вы сажали цинии на рассаду, когда пересаживали цветок грунт. Нам интересно, делитесь вашим опытом.